Семья Маловых. Паша и Наташа. И мы авантюристы. Авантюристы потому, что мы пустились в самую главную авантюру нашей жизни. Преодолев страхи, сомнения, лень, сопротивление родственников, мы стали первой семьей из Украины, которая, продав все свое имущество, нажитое непосильным трудом, купили парусную яхту и начали новый семейный проект. Авантюристы Маловы. Цели нашего проекта. Первое. Помочь людям и доказать себе, что начать новую интересную жизнь можно и нужно в любом возрасте. Встать и выйти из зоны комфорта. Поменять работу, поменять город, страну, начать дело своей мечты или пуститься в какое-то новое дело, как делаем это мы. Не так страшно, как кажется. Второе. Многие, мечтая о путешествиях, довольствуются домиком с садом. А ведь путешествие – это огромный источник радости и вдохновения. Купив себе яхту, мы открываем для себя мир и будем делиться этим счастьем с вами. Третье. Все известные нам блогеры, ходящие под парусами, имеют дополнительные средства к существованию. Бизнес, апартаменты, удаленная работа и тому подобное. Этого всего у нас нет, и в этом заключается еще одна наша авантюра. Мы будем стараться заработать на свои путешествия и на нашу жизнь своими силами без пассивных доходов с большой земли. В любом случае мы будем делать это вместе. Это все будет происходить на ваших глазах. В чем-то мы послужим вам примером, где-то будем нуждаться в вашей помощи. Так что держимся вместе, друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками на наш канал, подписывайте своих друзей, ставьте колокольчики. Будьте с нами. Наш канал начинает работу. Всем пока. Пока.